Год педагога и наставника – время образования и новых возможностей. Решение посвятить этот год профессии учителя еще раз подтверждает значимость для общества гуманистической миссии, которая лежит в основе профессии. Ведь именно талантливый педагог, опытный наставник открывает детям путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям. Обменяться опытом, приобрести знания, познакомиться с методиками работы коллег – основная задача областного педагогического форума «Воспитание со смыслом», который прошел в Щелковском колледже. Сегодня воспитание все-таки выходит на первый план, и очень важно нам работать в команде, объединить все наши усилия, найти точки соприкосновения, найти положительные практики, которые мы сможем применять в общей нашей работе. Сотрудники образовательных учреждений области обсудили различные аспекты воспитательной деятельности. В центре внимания оказались такие направления, как российское студенческое общество, проект «Большая перемена», работа медиацентров, проектная деятельность, волонтерство и другие. Для всех участников форума встреча с коллегами оказалась по-своему интересной и полезной, как для опытных педагогов, так и молодых специалистов. Встреча на таких семинарах позволяет нам поделиться своим опытом. Педагоги-психологи часто сталкиваются с тем, что запрос клиента очень размыт, а нашим клиентами являются прежде всего подростки. Именно роль психолога я могу считать в воспитательном процессе одной из самых ведущих. Понимающая позиция, которая позволяет ребенку открыть его лучшие стороны, для того, чтобы он мог в дальнейшем выбрать именно тот путь, который является истинно его. Такие форумы в моей жизни, в принципе, впервые подобные, и очень интересно вообще, в принципе, вот какие-то узнать, может быть, инновационные технологии в плане воспитательной работы, работы с детьми, какие-то, может быть, новые методы. То есть обмен опытом – это всегда очень классно и здорово. Перенять опыт коллег приехали представители 40 профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования. Гости задавали вопросы, делились мнениями, отзывами, которые будут учтены в дальнейшей воспитательной деятельности колледжей. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.